утра. Мы занимаемся второй час. И второй час у нас пилатес для подготовленных. Мое напутствие каждый раз, когда мы начинаем работать на этом уровне с этим классом. Это урок не для тех, кто недавно начал заниматься пилатесом, у кого есть какие-то сейчас болевые синдромы, обострение каких-то заболеваний опорно-двигательного аппарата. Ни в коем разе мы сейчас на это занятие можно посмотреть, но ничего не делать. Также, если вы давнишний подготовленный клиент в плане фитнеса других групповых направлений, но вы не занимались на пилатесе, да, вам может показаться, что вы товарищ всемогущий и бессмертный, но я также вас очень убедительно прошу, тем не менее, не заниматься пилатесом для подготовленных. Почему? Потому что на этом уроке я практически очень мало говорю об основных каких-то методических моментах при выполнении того или иного упражнения. У нас меньше подводок, которые позволяют организму плавно подвести к сложному выполнению упражнения. И поэтому велика вероятность, что по максимуму, да, вы можете себя травмировать, а по минимуму, что вы просто проведете час впустую. В каком плане? Да, вы отработаете, да, вы получите нагрузку, но вы нагрузитесь неправильно. Все же пилатес – это урок, это система реабилитации. Поэтому наша основная цель сделать так, чтобы нашей спине было хорошо. Не чтобы мышцы просто тупо нагрузились, начали расти или начали давать красивую форму, или чтобы наша сердечно-сосудистая система сказала нам очень круто. Нет. Мы это делаем для того, чтобы наш позвоночник функционировал правильно, чтобы мышцы, которые к нему крепятся, которые защищают позвоночник, функционировали правильно. Если у нас все в этой области будет хорошо, соответственно, у нас и по рычагам, по рукам, по ногам, по тазобедренным суставам, плечевому тоже будет все круто. Итак, моя напутствие закончилась. Слава Богу, я убедила кого-то. Итак, пилатес для подготовленных. Я сегодня попробую, я надеюсь, вам понравится, дать не просто силовой, даже не силовой пилатес, а пилатес блочного типа. Когда мы будем выстраивать что-то вроде композиции из упражнений пилатеса. Будем повторять и нанизывать как бусы, да, как бусинку за бусинкой. Очень классный дает медитативный эффект, в том плане, что вы делаете все вроде бы очень легко, не успеваете забить за повторение многократное одного упражнения какую-то группу мышц, но тем не менее вы очень хорошо грузитесь, это первый момент. Второй момент, когда вы находитесь в своеобразной хореографии пилатеса, это очень успокаивает на уровне мозга, да, вы дышите, вы работаете в такой средней зоне, не на максимуме, и, соответственно, даете возможность себе погрузиться вот в это состояние, отключившись от каких-то повседневных забот. Итак, вот болтаночку закончила, видимо, это вот сказывается последствия самоизоляции, мне не хватает вашего общества, ваших вопросов, вашей энергии, свою мне куда здесь, поэтому все, открываю свой рот, мы начинаем работать. Стопы под тазом, стопы параллельно друг другу. Подтянули коленные чашечки наверх, напрягаем мышцы переднего бедра. Застегнули нижний пресс на молнию и за пупок втягиваем живот к позвоночнику. Копчик направляем вниз к пяткам. Плечи и лопатки уводим назад и тянем вниз. Руки длинные, за пальцы вытягиваем руки к пяткам. Еще вдох, выдох, вдох, выдох. Так, два раза.
последний. Только плечи круг, вдох. Лопатки свели вниз, вдох. Выдох еще два раза. Последний. Руки вытянули в потолок, вдох. И надули грудной, выдох, обнимаемся широко, вдох. Выдох, руки в потолок, вдох. Грудной, обнимаемся широко. Идем в круглый наклон, вдох и выдох. Раскручиваем спину, вдох. Выдох, еще раз так, вдох. Выдох, вдох. Выдох, последний. Будьте внимательны, мы делаем вдох и аккуратно вытянули бок из таза. Вдох, таз на месте, выдох, живот тянули, вдох. Последний. Будьте внимательны, вдох и от таза отвернулись, выдох, таз на месте, живот тянули. Еще два. Выдох, последний. Молодцы. Мы делаем вдох. Руки опускаем и наклон. Таз назад, вдох. Малые ягодичные включили. Выдох, вдох. Выдох. Напоминаю. Тазом тянемся на стул, который не видим. Вдох, руки до макушки. Выдох. И вдох, руки до макушки. Мышцы пресса не расслабляем. Колени смотрят точно вперед. Последний. Будьте внимательны. Мы делаем вдох, остались. И на выдох выше ягодиц. Вдох. Еще вдох. За руки вытянули себя из таза. Последний, самый, вдох, выдох, руки оставили в пол, вдох, и ко мне лицом, выдох, таз на месте, живот тянут, растянули грудную, вдох, два осталось, последний, молодцы. Вдох, и руки выше колен, кистки добрые. Вдох, и кошка злится. Выдох, еще вдох. Также. Последних два. Выдох, последний раз. И остались злой кошки, подвисли. Копчик активно тянем на пятки, поясница круглая, живот втянут, дышим ровненько, еще вдох и выдох, круглой спиной открылись, руки вверх, потолок, вдох, плечи, лопатки вниз, руки в потолок, вдох и как мышки тихо выдох, еще раз так, вдох. Плечи и лопатки вниз. И вытянулись. Мышки, выдох. Шумный вдох. Сбросили. Еще раз. Шумный вдох. Сбросили. Молодцы. Мы разогрелись. Настраиваемся на работу. Лицом к дорожке. Стопы точно под тазом. Будьте внимательны. Упражнения все знаете, поэтому старайтесь ориентироваться на звук, да, не смотреть на меня. Мы делаем вдох и выдох, руки в потолок, вдох. Плечи и лопатки вниз, рудаун, вдох. Выдох, шагаем 4, вдох. И
жим с колен, вдох, выдох, даю вольник, вдох, колени мягкие, спина ровная, шагаем обратно, 4, круглой спиной вверх, вдох, выдох, еще вниз, будьте внимательны, шагаем, вдох, и выдох, жим, выдох, планка, вдох, и даю вольник, выдох, шагаем обратно, вдох, выдох, круглой спиной вверх, будьте внимательны, начинаем менять, выдох, шагаем, 4, вдох, жим, вдох, остались планки, выдох, ко мне лицом, боковая, вдох, закрыли, в другую, будьте внимательны, ко мне лицом, вдох, таз вниз, выдох, вверх, вдох, закрыли, в другую сторону, вдох, таз вниз, выдох, вверх, вдох, закрыли. Даю вольник, вдох и выдох, шагаем обратно, вдох и выдох, круглой спиной вверх, будьте внимательны, вдох и выдох, шагаем 4, вдох, жим, вдох, выдох, ко мне лицом, вдох. Закрыли, другую, вдох, закрыли, ко мне лицом, вдох, таз вниз, выдох, вытянули, вдох, закрыли, в другую сторону, вдох, таз вниз, выдох, потолок, вдох, закрыли, выдох, будьте внимательны, вдох, треугольник, выдох, вдох, закрыли, в другую сторону, вдох, треугольник, выдох, и вдох, закрыли, треугольник, копчик, потолок, медленно, шагаем обратно, 4, вдох, круглой спиной вверх, выдох, также, вдох, выдох, шагаем, 4, вдох, выдох, жим с колен, вдох, планка ко мне лицом, вдох, закрыли, в другую сторону, дальше у нас будет таз с боковой, вдох, таз, выдох, вверх, вдох, закрыли, в другую сторону, вдох, выдох, вдох, закрыли, треугольник диагональ, выдох, вдох, закрыли, в другую сторону, вдох, выдох, вдох, закрыли, треугольник, вдох, и правую ногу вверх, вдох, закрыли, левую, вдох, закрыли, правая нога, вдох, планка, вверх, вдох, закрыли, левая, вдох, планка, вдох, закрыли, шагаем обратно, вдох и выдох, круглой спиной вверх, выдох, руки в пол, готовы обычный наклон, таз назад, вдох, ровная спина, выдох, вдох, мы сейчас просто отдыхаем. Вдох, растягиваем сначала заднее бедро, потом напрягаем ягодицу. Готовы руки до макушки. Вдох,
открылись, выдох. Мы отдыхаем, но не расслабляемся, да, это очень важно. То есть сердце у нас должно работать в том ритме, который задали. Поэтому пока никуда не идем, да. Еще вдох. Последний. Супер, руки в потолок, копчик на пятке. Медленно плечи и лопатки вниз. Настроились, работаем roll down. Все сначала. Шагаем 4, вдох. Выдох, жим с колен, вдох. Ко мне лицом планка, вдох, закрыли. В другую сторону, вдох, закрыли. Таз вниз будет, вдох, таз вниз. Вдох, закрыли. В другую, таз вниз. И вдох, закрыли. Диагональ, вдох и выдох, и вдох, закрыли, в другую, вдох, диагональ, наверх, вдох, закрыли. Медленно треугольник выстраиваем, правую ногу вверх, просто вдох, закрыли, выдох, левую. Готовы. Выход в планку. Вверх. Планка. Снова вверх. Закрыли. Левая. Вдох. Закрыли. И вдох. Будьте внимательны. Правая нога вверх. Выдох. И вниз. Между ладоней выдох. Да. Давайте еще раз попробуем. Убрали. Потолок. Мы делаем вдох и выдох. И вдох и выдох. Последний раз. Вдох и выдох. Остались в этом моменте. Готовы. Аккуратно руки. Вдох. Выдох, вдох. Вспоминаем стопы в одном направлении. Выдох, последний, вдох. Руки в пол, убираем ногу, вдох и выдох. Левая нога вверх и стопа, выдох. Открылись, вдох, выдох. На правой мы потренировались, левая уже должна пойти хорошо. Напоминаю, колено 90. Обе стопы смотрят в одну сторону. Вдох. Ладони в пол. Убираем ногу. Треугольник. Шагаем обратно. Вдох. Круглой спиной вверх. Выдох. Руки в потолок. И на выдох опустили. Работаем. Вдох. Плечи и лопатки вниз. Круглая спина. Вдох. Выдох. Шагаем 4. Вдох. И выдох. Жим. Вдох. Выдох. Планка. Вдох. Закрыли. Выдох. Еще вдох. Закрыли, выдох, ко мне лицом, таз в пол, выдох, вверх, вдох, закрыли, в другую сторону, вдох, таз в пол, выдох, и вдох, закрыли, будьте внимательны, и вдох, диагональ. И вверх музыка стала медленнее. Это говорит о том, что нам пора закругляться. И вдох, выдох, и вдох, закрыли. Треугольник, и вдох, медленно отстраиваем.
правую ногу в потолок просто. Закрыли. Левую. Вдох. И выдох, выход, планку. Вдох. Планка. Вверх, вдох. Закрыли. Левая. И вдох, выход, планку. Вверх. Закрыли. Правая нога в потолок. Вдох, выход. Выпад. Руки вытянули. И вниз, выдох. Будьте внимательны. Вытянули. И мягкий локти к тазу широко. Вдох. Опустили, выдох. Снова вытянули, вдох. Мягкие локти к тазу. Вдох. Выдох. Последний раз. Вдох. К тазу. Вытянули. Опускаем. Ногу убираем аккуратно. Вдох. Треугольник. Левая нога. Потолок. Вдох. Выпад. Выдох. Руки. Вдох. Опустили. Готовы мягкие локти. Вдох. Мягкие локти к тазу. Спину нашли. Еще. Последний. Руки вытянули. Вдох. Опустили. Готовы. Нога медленно назад. Остались треугольники, волна, круглая спина, вдох, выдох, треугольник, вдох. Еще два раза. Последний. Хорошо, колени в пол. Готова киска добрая, злая, ладони под плечи, колени под таз. Работаем. И выдох. Вдох. Выдох. Еще. Вдох. Как собачки не дышим, да, то есть неровно. Старайтесь дышать ровно. Если выдох пробивается, значит, все зубки ни в коем случае. Судорожно не выдыхайте. Вдох. Остались злой кошки, висим. Сильно, сильно. Копчик на колени. Да. Сделаем небольшую заминку, чтобы наше сердце успокоилось. Ровная спина, рука, которая смотрит на меня, готова к потолок. Вдох. И нырнули под мышку, выдох, таз на месте, и вдох, последний, молодцы, мы делаем вдох, ровная спина, ищем другую руку, работаем, еще, последний. Молодцы. Да. Смотрите. Колени чуть шире, чем таз. Стопы как таз. И мы ровно спиной аккуратно назад. Кузнечиков не садимся, поясницы прогиб сильно не делаем. Нет. Ровная спина. Почему кузнечиков не садимся? Потому что это не стрейч. Мы не хотим нагружать коленный сустав, тазобедренный. Достаточно того, что мы чуть-чуть потянули ягодицы. Долго не сидим. Мы делаем вдох из этого положения. Опустили копчик на колени. Если чувствуете в пояснице тепло,
хлопаем и классно, классно, значит, сделали все правильно. Мысленно настраиваемся на блок пресса. Тоже будем собирать бусы. Все, выходим из краевой радуги. Открываемся. Готова ровная, красивая спина. Руками дышим в потолок. Плечи, лопатки вниз. Вытянулись, вдох. И как мышки, тихо. Готовим носики, шумный вдох. Через рот выдох. Также. Сами я в микрофон дышать не буду, чтобы вас не шокировать. Все отлично. Мы меняем положение на сидя. Готовим себе полотенчиком. Советую заниматься полотенцем, да? Итак, положение сидя, настраиваемся. Отстраиваем правильно стопы, стопы параллельно друг другу. Стопы не разваливаем. Мы вспоминаем про корни дерева, которые в полной поверхности стопы прям вбиваются в землю, да? Колени у нас вверх, потолок, стопы и колени наши ориентация. Не иксуйте колени, дайте возможность мышцам работать правильно. Живот втянули, поясница ровная, макушка вверх, потолок, плечи, лопатки опустили. Все положение спины это запомнили, запомнили мышечно. Понимаете, не как я говорю, а мышечное ощущение оставили. Готовы руки перед собой. Отлично, ждем начала музыкального квадрата. Привычка. Мы делаем вдох. Выдох. Последний раз. Все отлично работаем. Будьте внимательны. Вдох. Плечи, лопатки собрали. Выдох. Еще вдох. Плечи, лопатки. Руки в потолок. Вдох. Хрустальная спина. Собрать. Выдох, лопатки, вдох. Будьте внимательны, вдох, ко мне лицом. Вдох. И начало. Мы делаем вдох, собрали лопатки, выдох еще раз. Все по два у нас работает. Руками вытянули себя из таза, вытянуть и лопатки, вытянуть. Будьте внимательны, ко мне лицо, живот втянуть. Будьте внимательны, вдох, правую ногу вытянули. Вдох, спину держим. Выдох. Вдох, будьте внимательны. Вдох. Еще раз почистим ноги, да, почистим, чтобы вы четко понимали. Ровная линия, руки, спина, ровная линия от таза до ног. Живот втянуть. Вдох, еще два. Последний. Спину, середину прям должны чувствовать. Супер. Начало. Работаем. Вдох. Лопатки собрать. Выдох. Плечи убрать от ушей. Вытянули себя в потолок. Собрать. Еще. Вдох. Ко мне лицом живот тянуть. Вдох. Выдох, еще, вдох, и только нога без рук, и вдох, вытянули правую, выдох, и вдох, левую. Будьте внимательны, руки в потолок, и вдох, будьте внимательны, вдох. Круглая спина, копчик на пятки. Еще один. Руки в потолок. Вдох. Круглая спина. Последний.
Будьте внимательны. Через круглый вдох и ко мне лицом выдох, рука на макушке, вдох. Выдох, будьте внимательны, вдох. Круглая спина, правую притянули. Вдох. Выдох. Мы делаем вдох. Руки перед собой, выдох. Мы собираем все сначала. Вдох. Лопатки свели, выдох. Вдох. Еще. Ровная спина, руки в потолок. Лопатки собрать. Еще. По ровной спине у нас будет скручивание. Открываемся ко мне. Живот втянуть. Еще один. Будьте внимательны. Вдох, правую вытянуть, ровная спина. И вдох, левую. Находим наши руки. Вдох, ногу вытянули, руки в потолок. Вдох. Круглую спину находим. Вдох и копчик на пятке. Еще один. Вдох и копчик на пятке. Руки в потолок. Вдох и копчик на пятке. Еще один. Ко мне лицом, открываемся, спина круглая, вдох, и выдох, и вдох, в другую. Будьте внимательны, вдох, и круглая спина, правую ногу вытянули, вдох, выдох, будьте внимательны, вдох, и первый roll down, медленно вдох. И подъем, также вдох и выдох, вниз, вдох, выдох, последний, вдох и выдох, будьте внимательны, вдох и подъем, правая нога вытянули, вдох. Сейчас опустили. Левая. Вдох. Левую вытянули. Подъем в потолок. Ногу держим. Roll down. Ногу опустили. Обычный подъем. Руки перед собой. Сначала. Готовы. Вдох. Лопатки собрать. Еще. Вдох. Лопатки собрать, руки в потолок, вдох, лопатки собрать, последний, выдох, руки в потолок, вдох, ровная спина ко мне, также, руки в потолок, и выдох, ай-яй-яй-яй. Вдох, сама задумалась, и левая нога. Будьте внимательны. Вдох, руки в потолок, вытянули ногу. Вдох. Выдох, будьте внимательны. Вдох и обычное скручивание, выдох. Еще вдох. Руки в потолок и вдох. Круглая. Также вдох. Будьте внимательны. Через круглую ко мне лицо. Вдох. Будьте внимательны. Вдох. И скручивание правую вытянули. Вдох и левую. Мы делаем вдох и медленно. Первый roll down. Один roll up, чуть быстрее. И вдох, и выдох. И вниз. Roll up будут с правой, с левой ногой. Работаем. Вдох, выдох, вдох,
Выдох. Левая. Вдох. Выдох. И вниз. Вдох. Выдох. Остались. Вдох. Колени к груди. Мы делаем вдох и выдох. Будьте внимательны. Вытянули ноги. Выдох, собрали трапеция. Вдох. Выдох также. Выдох последний. Будьте внимательны. Также выход в трапецию. Вдох. И ровные ноги, и руки. Выдох. Еще. Так, два раза. Последний. Отлично. Будьте внимательны. Руки, ноги вниз. И круги. Выдох вернули. Вдох. И выдох. Также вдох. И выдох. Последний. Отлично. Руки опускаем вниз в пол. Ноги за голову. У нас будет ролловер. Работаем. И вдох. И выдох. Раскручиваемся. Вдох. Но не на пол. Также вдох. Еще вдох. Последний раз. И на подъеме у нас будет перекат. Мы делаем вдох и выдох, круглый наклон. Дышим в круглом наклоне, ничего не делаем. Мы сейчас будем собирать с вами все бусы с самого начала. Мы отдохнули, но не расслабились. Готовы стопы параллельно друг другу. Мысленно настраиваемся, колени в потолок, руки перед собой. Ждем начала музыкального квадрата. Работаем. Вдох. Лопатки собрали. Выдох. Еще раз. Вдох. Лопатки. Руки в потолок. Вдох. Выдох. Также ровная спина. Будьте внимательны. Руки в потолок. И ко мне лицом. Ровная спина. Вдох. Будьте внимательны. Ровная спина и правая нога. Выдох. И вдох. Выдох. Будьте внимательны. Вдох и круглый ролл. Выдох. Еще один. Вдох. И круглый. Руки в потолок. Вдох. И круглый. Еще один такой простой. Круглый ролл, да, и у нас будет рука ко мне лицом через низ, полукруг красивый. Вдох. Будьте внимательны. Вдох. И правую вытянули. Выдох. И вдох. И левую. Выдох. Руки в потолок. Вдох. И медленно уходим в даун. Роллап. Один на темпе. Работаем. И вдох. Выдох. Опустили. Вдох. Роллап с правой, с левой ногой. Вдох. И выдох. И вдох. И выдох. Левая. Опустили. По одному колену подтягиваем. Вдох. И выдох. Ноги в диагональ. Вдох. Собрать. Выдох. Трапецию еще.
трапеция без колен. Вдох. Еще так же. Мы делаем вдох. Руки вдоль спины. Роловер за голову. Вдох. И выдох. Обычный роловер без переката. Выдох. Еще один. Вдох. Без переката. Вдох. Выдох. Последний. И вот сейчас у нас будет перекат. Опора на локти. Вдох. И выдох. Роловер без переката. Вот с перекатом. Ай-яй-яй, заговорилась совсем. И еще. И самый последний. Супер. Лежим в круглом наклоне. Я поставлю какой-нибудь прикольный трек, если быстренько. И мы с вами сделаем вот последние мусы, которые мы собирали за один подход, да? За один подход, а потом будет стретч. Вы на самом деле поймаете кайф, когда эту тренировку уже узнаете. Я имею в виду, что будете выучить, не будете отвлекаться на меня. И можно вообще сделать подборку из своих треков, которые нравятся, да, которые под ваше дыхание. И вот тогда будет именно удовольствие. Когда вот этого испуга не будет, да, что сейчас она еще тут нам приляпает, она не... какую бусину еще на ниточку повесит. Поднять роллап темп, вдох и выдох,
опустить темп. Роллап с правой ногой работаем. Вдох. Нога длинная. Вдох. Левая. Вдох. Выдох. Вдох. И руки оставили. Правое колено. Вдох. И левое. Выдох. Трапеция. Вдох. Собрать подбородок к коленям. И сюда. Вдох. Трапеция без колен. Вдох. Подбородок на пальце. Еще один. Выдох. Руки за голову. У нас будет овер за голову ногами. Вдох. Раскручиваем вдох. Еще один овер без плейката. Руки на самом деле можно оставить вдоль спины, если тяжело. У нас же не подготовлено, да? Работаем, готовим плейкат. Последний на бис. Отлично. И можно остаться, да? Угу. Вдох. Это я уже подобралась, готова, все. Подсела на волну, попала. Как поймала поток. Все отлично, круглая спина. Мы ничего не делаем. Собираемся с мыслями. Вы можете на самом деле, кого вот эта тема зацепила, еще сделать один или два круга, он просто во времени ограничен. Поставить нас на стоп, да, а потом уже досмотреть стрэч. Открываемся ко мне лицом. Очень круто, на самом деле, после блочного пилатеса, вы пока раскладываетесь, болтаем. После блочного пилатеса продышаться, да, как мы дышим. Единственное, есть загвоздка. На уроках мы дышим под мантры, это не отсыл ни в коем разе с йоги, это мое давнее прошлое йога, с которого я взяла мантры. Очень удобно дышать на мантрах, под мантрах. Один и тот же ритм, одни и те же слова. Это расслабляет то, о чем я уже сегодня говорила, да, мозг, сознание, и вы погружаетесь в легкий транс. На самом деле можно взять любую другую медитативную музыку, не обязательно мантры. Но суть в том, что вся эта музыка лицензирована, я, к сожалению, не могу с вами продышаться под мантры вот так в прямом эфире. Поэтому у кого есть возможность, мы дышим. Кто занимается со мной давно, все наши мантры известны, и как под них дышать, тоже мы это разбираем. Те, кто не дышит, мы сейчас делаем просто стретч. Макушечка вверх в потолок, готовы руки в потолок. Круглая спина, выдох. Обнимаемся широко. Любая рука в пол. Вытянули себя вверх в потолок. Мы делаем вдох, и эта же рука в диагональ, и надули бок. Свободную руку взяли, за запястье потянули. И вдох, выдох, вдох. Открылись, надули грудной. Обнимаемся широко. Меняем. Вытянули себя в потолок.
правое колено, я к вам боком. Из круглой спины усадили таз на седалищные кости. Живот втянули, плечи, лопатки назад. Грудь вверх, потолок. Вдох. Груди повернулись к колену, ровная спина. Очень мягко. Мы делаем вдох, через круглую спину выходим. Меняем. Лодыжку на колено, на стопу поставили, провисли. И выросли вверх, потолок, развернули таз на седалищные кости. Колено от себя убрать. Вы будете чувствовать не столько ягодицу, сколько глубокие мышцы туда, вот, за бедренные суставы. Укладываем ногу на пол, грудью развернулись к колену. Очень мягко скручиваемся. Обнимаем себя под коленями и вспоминаем копчик на пятке, круглая спина, именно поясничное тело, уже потом все остальное, да? Летим. Выросли большие, красивые. Плечи, лопатки вниз, ровная спина. Готовим мыши к мышке. Медленный вдох. И тихо, аккуратно, как мышки, выдохнули. Шумный вдох. И сбросили. Еще так. И сбросили. Последний. И сбросили. Девочки и мальчики, все молодцы. Я надеюсь, блочный блоковый пилатес вам очень понравился. Ну или, по крайней мере, понравится, когда вы уже войдете в курс. Я надеюсь на нашу скорую встречу. Спасибо за урок.